Мы сейчас находимся в Сенском монастыре, на берегу реки. На многие километры красивый вид на леса, поля. На том берегу находится так называемое Ганкино озеро. О нем есть интересная, красивая брянская легенда. Во время Шведской войны в 18 году Петр вместе с войском двигался мимо Сенского монастыря на битву со шведами. Хитрые шведские разведчики подкупили монахов монастыря, который здесь находится, Сенский, сзади нас, видите? Они, в свою очередь, подговорили девушку Ганку красивую задержать Петра, любовную утеху, и не пустить его на войну. Ну, Ганка рассказала все Петру. Петр не остановился в монастырских стенах надолго и уехал воевать со шведами. А монахи отомстили. Ночью зашили ее в мешок, отвезли на тот берег и утопили в так называемом Ганкино озере. Теперь в полночь она в виде русалки уходит на берегу этой реки и Десны. И эта легенда уже несколько веков длится. Какая красота везде здесь. Там внизу святой источник с купальней находится. Видите, синий купол. Там внизу Лух Андреевский, где происходит Сенская ярмарка. А вот сам монастырь. И красивые, интересные места.